На ремонт арочной сети в Алматы в прошлом году из республиканского бюджета было выделено 300 миллионов тенге. На эти средства Управление природных ресурсов города отреставрировали более 18 тысяч километров водоотводной системы. Была произведена полная, местами частичная замена арыков. При этом материал, из которого приготовлена конструкция, прошел не одну проверку на качество. А благодаря проведенному конкурсу среди подрядчиков удалось сэкономить 16 миллионов тенге. И таким образом стоимость километра арычной системы составила 14 миллионов 964 тенге. Надо сказать, что в Алматы проблема водоотведения стоит особо остро. Из-за проливных дождей весной периодически подтапливает разные части мегаполиса. Общественники не раз подвергали критике работу коммунальных предприятий города. Однако после детального разбирательства информация не нашла подтверждения. Слова представителя антикоррупционного комитета ООО «Казпотребнадзор» Марата Сайбекова о том, что в этом году из бюджета на реконструкцию и ремонт арочной системы было выделено более 500 миллионов тенге, и это только на 20 километров, а также его расчеты о том, что если на 20 километров закладывается такая сумма, сколько же мы вложили на ремонт 100 километров, речь идет не об 1 миллиарде тенге, не соответствует действительности.